Родился я на Псковщине, в глухом селе, где единственным грамотным человеком был священник, а единственной забавой – кулачные бои. Сколько себя помню, дрались по престольным праздникам пьяные мужики, словно мстили друг друга за свою поруганную никчемную жизнь. Я тоже втянулся в эти забавы. Все шло своим чередом, и многие из нас не догадывались, что уже близко иное время. Не они опасны. У народа избыток сил, батюшка. Пускай дерутся. А вон тот, в тельняшке, остановите! Вот он опасен. Остановите! Его надо бояться. Что вы делаете? А это остановите! Стадо. Это он Арсений смуту принес. А была такая тишина. Благоденствие, можно сказать. Посмотри, хорош? Ловок, Сыгун. Он поедет со мной? Это моя забота. Поедет. Что вы делаете? Остановитесь! Царя сбросили! Питере революция! Царя сбросили! Питере революция! Остановитесь, мужики! Стойте! Ты наш родной! Стойте! Что же они сделали? За что же они тебя убили, люди? Мужики, гляди-ка, горит! Горит! У Кондратьевых горит! Васильевы горят! Это как говорю, Кондратьевы! Васильевы горят! Побежали, мужики, скорей! На помощь! Скорей! Много остались мы с тобой, сироты одни! За что они тебя кольцили? За что? Ой, Господи, что ты так нагораешь? Помогите! Помогите! Мама! Мама! Куда? Мама! Коля! Коля, не надо! И Коля! Мама! Господи, что же это такое? Карает Господь! Что делаете? Уйдите! Стена рушится! Корень подрубили. Куда он денется? Только плату потребую сполна. Как? Договорились. Ох, Арсений, теперь время такое, что хорошие люди самому нужны. Но раз вы свое дело начинаете, можно сказать, от сердца отрываю. В Питере трудно. Гегемон нашего брата в расход пущает. Если подвернется еще кто, в долгу не останусь. Пойдем отсюда. Коленька. Ты иди. Я хочу побыть с ними. Входи, Коля. Входи, входи. Входи, родной. Ну вот. Родителей не вернешь. Царствие им небесное. Ты радуйся. Радуйся, Коля. Они сейчас с ангелами беседуют. В горных садах плоды рвут. Им хорошо. Я понимаю, батюшка. Это меня Господь за мои грехи наказывает. Как бы я в тот день драться не пошел, она бы иначе повернулась. Пути Господни неисповедимы, Коля. Здравствуйте. Проходи. Здравствуй. Садись. А мы тут обсудим, как тебе дальше жизнь ломать.
Петербург? Петроград. Ну, поел? Благодарствуйте. Со мной не пропадешь. Работы там много. На фабрике? Помяни мое слово, скоро будешь богаче самого царя. Это как же так? У людишек барахла много. Камушки, колечки, золотишко. Чем юшку мужикам пускать? Дал раза прохожему. А что, волк в карманах свои положил? Только не зевай. Разбойничать? Ты что, шуток не понимаешь? Я просто проверить хотел. Честный ты или так? Ну, пошли. Граждане пассажиры, приготовьтесь к выходу. После чего? Подъезжаем, господа, Петроград. Не отставай. Революции. Мы встретились с ним в трудную минуту. Шла жестокая борьба не на жизнь, а на смерть. Положение о революционной охране города Петрограда. Для наблюдения за внешним порядком в городе, защиты всех граждан от насилия и самоуправства, а также для проведения в жизнь постановлений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства, Петроградским советом рабочих и красноармейских депутатов учреждается комендатура революционной охраны города Петрограда. О, Чинуша! От колодца собрался. Он. Он ну, давай его сюда. А если не пойдет? Здорово, Чинуша. Привет. Билетики, граждане. Где пропадал? Слушай, отвали. Чего это ты толкаешься? Ничего. Люди интересуются тобой. Ну и что же? Слух пошел, что ты от колодца решил. Пойдем поговорим. Я никуда не пойду. Ну извини, как хочешь. Держите его. Держите его, держите. Артель Лисанович. Убери! Чего хватает? Чего хватает? Пусти! Руку пустите, гады! Убили человека! Этот парень не убил! Убийца! Не виноваты! Убили человека! Иди сюда! Иди сюда, я тебе говорю. Это... Сейчас, пусти! Подержи, кого, подержи. Не было! Это же Арсений.
Так, этих в ревохрану. Кто свидетели? Я свидетель. Пошли с нами. Быстрее. Ведите. Начальник, я не виноват. Не пойду. Стрелю, гада. Чего оглядываешь? Давай. Ну? Свидетель? Заходите. Заходи, свидетель. Вот наган. Вот документы. У троих задержанных изъяты ножи. А вот свидетель. Проходи. Да не виноватый я. Садитесь. Мне Арсений Александрович ножик дал, чтобы я от этих вот оборонялся. Это они его зарезали. Вы же видели, дядя. Вы видели? Да, своими глазами. Он тот, курчавый, здоровый, как буйвол. А парнишка был с тем, которого убили. А вы что скажете? Начальник, да не виноват же я. Я же защищался. А даже Чинуша, баюга известный. Он же нас убить хотел. Вот наш Валер его, клянусь, да начальник, поверил. Да не все. Арсений Александрович хороший человек был. Он меня на работу обещал устроить. Да прихану, все плохо. Вот они, вот эти, да поднимутся, поднимутся, поднимутся. За бандитизм и умышленное убийство будете отвечать по всей строгости революционного закона. Все увидите. Да не виноват я, начальник! Это он! Слушайте, товарищ председатель, подождите. Ну нельзя же так, парень не виноват. Я же собственными глазами видел, я вот в этом же трамвае ехал. Сидоров, верни парня. Вот эти двое? Есть. Ну вот эти двое пристали к третьему. И вот этот здоровый, курчавый... Простите, как ваша фамилия? Бушмакин. А ты Сергеев? Он самый. Узнал. Узнал. Мир-то тесен. Проходи туда. Где ты сейчас? Да все на Путиловском. А сын как? Один я. Ну что, развяжи его. Откуда к нам пожаловал? Из деревни я. А как в Питере очутился? Родители мои сгорели. Вот Арсений Александрович взял меня с собой. На работу обещал устроить. Бандит твой, Арсений Александрович. Туда ему и дорога. А что с ним будем делать? Слушай, товарищ Сергеев, а может, я возьму его к себе на завод? Сделаю из него рабочего человека, а? Попробуй. Сам ты согласен? Мне все едино. Коля! Кончай партняжничать, садись завтракать, а то на работу опоздаем. Ты не горюй. Все будет хорошо в свое время. Садись, ешь. Не могу я. Чего это? Лишнего у вас нету, а объедать я никого не приучен. Лишнего нет. Это ты прав. Ну, а делиться с товарищем последним куском хлеба тебя не учили? Да кто с товарищем? А какой я вам товарищ? А, вон ты как. Совестливый, значит. Ну что ж, это хорошо. Совесть нынче дорого стоит. Ну ладно, кончай ты это дело, садись, ешь. Так вот, ты, стало быть, теперь наш брат рабочий, ясно? Значит, все будем делить поровну. На, вот бери картошку, чай, хлеб. Огурец, если хочешь. Благодарствуйте. В селе чем занимался? Хлеб сеял, скотину пас. Пахал, сеял, скотину пас. Родителям по хозяйству помогал. И дрался я. То есть как ты дрался? Ну так. Меня то грельские против прельских наймут, то прельские против грельских. У меня сила. Да я из-за родителей это.
Они у меня уже старые были, совсем немощные. Один я у них остался, вот на мои копейки жили. Понятно. Ну вот, ты эту дурь выбрось. С сегодняшнего дня ты рабочий класс, гегемон. Зачем же вы меня так обижаете? Мне что, я кого ограбил? Да ты что? Так мне этот Арсений Александрович говорил, что гегемоны, мол, обирают народ, грабят. Так ты, говорит, лучше морды бей, чем с гегемонами общаться. Общаться, общаться. Сволочь он был твой, Арсений. Контра, ясно? О, ну вот, за разговором и позавтракать не успели как следует. Слушай, давай возьмем с собой, по дороге съедим. Клади сюда хлеб, картошку, огурцы. Иди одевайся. Ты вот что. Ты эту рвань выбрось. Сына осталось. Благодарствуйте. Товарищи путиловцы, мы вас собрали сегодня здесь для того, чтобы поговорить об очень важном деле. Рабочие крестьяне России взяли власть в свои руки, чтобы всему народу дать новую жизнь. Всему трудовому народу, а не фабрикантам, заводчикам, торгашам, спекулянтам и прочей дряни. В общем, я ясно... Но ведь враг не дремлет, товарищи, и он еще не добит. Вот по этому поводу к нам приехал представитель Комитета революционной охраны, товарищ Сергеев. Он хочет обратиться к вам с просьбой. Давайте. Я вот. По какому делу, товарищи? Комитет революционной охраны располагает точными сведениями, что наиболее отсталая часть населения, спровоцированная врагами революции, намерена учинить разгром винных складов. Враги революции хотят опоить рабочих и солдат, натравить их друг на друга и тем самым нанести большой удар нашей коммуне. Дадим решительный и беспощадный отпор бандитам и погромщикам. Рядом с вами на Ватном острове находятся государственные винные склады Петрограда. Комитет обращается
за помощью к вам. Нам нужно 30-40 человек, большевики, все сознательные граждане, которые хотят помочь. Поднимите руки! Вот, видишь, как у нас. Запишем, товарищи, всех запишем, кого нужно. Товарищ Сергеев. Товарищ Сергеев, я не этот, как его, не большевик, но я вас очень прошу, возьмите меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Твой воспитанник. Ну как? Хороший парень и работает хорошо. Возьмите меня. Ну ладно. О, смотрите, идут. Товарищи. Ребята, все оставайтесь на своих местах. Могут быть всякие неожиданности, а я пойду. Коля, останешься здесь. Человеку сказать. Слушайте, что я вам скажу. Вы поддались на провокацию спекулянтов и бандитов. Они хотят поживиться за счет народного добра. Они а потом все себе заберут. Вот такие вот крикуны подбивают вас на незаконные действия. В городе на 3 дня хлеба осталось. Врешь? Нет. Они вас посылают громить длинные склады. А ведь там нет ни грамма продовольствия. В этом я вам даю слово рабочего. Там нет хлеба. Там только спирт. А среди вас женщины и дети. Вы же покалечите их. Одумайтесь. Мы ведь революцию, товарищи, делали не для того, чтобы творить беззаконие. А ты знаешь, как дети плачут? Они у меня с голода пухнут, у меня дров нету. А ты говоришь, революция. Да ты знаешь, что ты шкура продажная. На кого ты работаешь? На попов, буржуев? А мы что? Народ продал! Открывай склады, открывай! Не надо вам! Буржуйский, прислушник, почему ты все замолчи ты? О, Матрёна Кузьминична, я ж тебя знаю, мы с твоим мужем революцию делали, он погиб за рабочее дело, а ты сюда пришла? Да что же это такое, мужики? Это же наш путиловский рабочий Алеша Бушмакин. Вы его все знаете, бабоньки. Давайте расходиться по домам. Это же наш рабочий Бушмакин. Да замолчи, ты сволочь. Буржуй набитый. Женщины, не слушайте его. Пошли по домам. Пошли отсюда, идемте. А дети наши голодают. Давай склад. Склады мы вам все равно не отдадим. Погибнем, умрем, а разграбим... Предатель! Бандиты вы что ли? Даешь сглобить! Сволочь! Я тебе покажу, как стрелять! Да я тебя сейчас голыми руками задавлю! Кто стрелял? А ну расходись! Буду! Коля! Ну, молись, гад! Стрелять! Осторожно, товарищи, там же дети! Проваливай отсюда! А вы, женщины, как вам не стыдно? Еще с детьми пришли! Против кого? Против своих же, против своей народной власти! А ну, проваливай, пьяница несчастный! А ты что, солдат? Тоже сюда пришел? Господа большевики. Что? Контра недобитая. Спирта захотелось. Обманули народ, но... Ну, проваливай сюда, подонок несчастный. Проваливай, кому сказал. Нет, проваливай. О, мы еще встретимся, конца. Встретимся. Проваливай. Ребята, дайте я перевяжу. Дядь Леша,
Что с вами? Да чепуха, царапина. Зови всех назад. А трофей куда здесь? Ну, положи в карман. Ну, кажется, все обошло. Ну, а девушка, тебе это понравилось? Девушка ничего, симпатичная. Только вот стихи она читала, я что-то ничего не понял. Чего? Да это тарарахнул Зензибер или да, про смех это вообще уже. Мне вот это понравилось, с папироской. Высокий. А, Маяковский. Да-да. Сейчас вспомню. Эй, вы небо, снимите шляпу, я иду. Ничего сказано? Здорово. Самого Бога под печенку. Поэзия, Коля. Да. О, я приехал. Зайдем ко мне. Да нет, поздно. Да ничего, мама обрадуется. Да поздно дядя Леша ругаться. Ну ладно, до завтра. Счастливо. До завтра. Холодно, Степа. Холодно. Степа, а зачем мы с тобой революцию делали, а? Чтобы мы вот пролетарии мерзли, да? А буржуи в таких пальтах ходили. Несправедливо. Степа, а чего он молчит, а? Не мой. Не уважает нас. Не уважает. Давай мы его, как это, реквизируем, а? Давай. Было ваше, стало наше. О, батчат-то! Оставьте меня! Ну ты, не рыпайся. Снимай шубу, буржуй. Скорее! Ах ты! А, ты что, ты что? Мотай отсюда! Ну мы с тобой еще увидимся! Я тебе покажу, пролетарий! Напрасно вы так, молодой человек. Они вам этого не простят. Но все равно, крайне признателен. Нет, нет. Это не годится. Сколько их? 20? 23? Так. Можно. Все необходимое подберите. Здравствуйте. Больных немедленно в госпиталь. Так. Хорошо, я сам постараюсь в течение дня подъехать. Главное, накормите детей. До свидания. Ну, как работает, товарищ Сергеев? Да вот, товарищ пивовар, грабежи и убийства не прекращаются. Мы расстреливаем бандитов, а их не становится меньше. Куда поставить чемоданы? В угол. Спасибо. Да, к сожалению, это наследие свергнутого класса. Но пока бандиты существуют и действуют, мы не можем сидеть сложа руки. Владимир Ильич за беспощадное подавление преступности. Да, но на основе строжайшего соблюдения законности. И вот поэтому-то, товарищ Сергеев, партия вам поручает организацию этого дела. Да-да, вам. Во все комиссариаты должны быть назначены комиссары. Ну, где таковых не имеется, подберите необходимых людей. Милиционеры, которые не подчиняются советской власти, должны быть немедленно уволены. А вы знаете, что такое дактилоскопия? Узнал. В тюрьме. Я тоже. А что такое учет по третьему делопроизводству? То-то. А вот они знают. Они учились этому. Всю жизнь этому посвящали.
Мы должны заставить их поделиться с нами знаниями. Да, сыскную полицию государя-императора и господина Керенского. У них мелькнуло там неплохое название. Уголовный розыск. Как? Можем его принять? Неплохо. Выразительно. И вот вам, товарищ Сергеев, необходимо найти человек, который возглавил бы наш уголовный розыск. У вас есть такой человек? Да ты что, Степан Петрович? Бушмакин сыщик. Ну, знаешь, я потомственный рабочий, кузнец. Этим всю жизнь занимался. Всю жизнь. Что касается всей жизни, я всю жизнь на звезды смотрел. А теперь... Здравствуйте. Здравствуйте. Перед нами поставлена задача особой сложности. Нужно создать свою сыскную милицию. Или, если сказать точнее, уголовный розыск. Ну, конечно, людей надо подобрать надежных. Ты же своих знаешь. Ну вот, и подумай. Понял тебя. Подберем людей. Задание выполним. Товарищи! В городе грабят и убивают. Уголовники распоясались. Они даже у детей хлеб отнимают. Ха, сволочи, а! И шаг не дают больше! Товарищи, 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 тихо, 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 тихо. Мы рабочие. И против преступников и уголовников их методами действовать не будем. А ты что предлагаешь? Что нам с ними, целоваться, что ли, а? Я предлагаю ловить их и судить по справедливости, вот так. А кто же ловить будет? Ты, что ли? Тоже мне сыщик выискался. Я. И вы тоже. Вот для этого, товарищи, мы здесь и собрались. Нам нужно выдвинуть на эту работу несколько человек. Условия такие. Чтоб честным был и пьющим, в скандалах и драках незамешанным. И чтобы целиком и полностью был за советскую власть. Правильно, а чего? Ваську запиши. Да вы что? Вы что, козла отпущения хотите с меня сделать? Вот хочешь, иди работать в полицию, а я не хочу. Себя сыщик. О. А чё, чего, сыщик, что надо? Да вы что? Я пойду, запиши меня. Вы что, вот, Тихо, запишите. Ну, куда Тихилыч сказать? Дайте мне сказать-то. Ну вот, я рассужу по справедливости. Ну, первое дело. Бушмакин, он у нас заводила, значит, стало быть, он в первую очередь пусть идет. Так, годится? Годится. Ну вот, теперь, братцы, вспомните, кто Бушмакину помогал больше всех во время охраны спирта, а? Кто? Сколько раз? Гришка? А Василий? Ну, и это, Никита? Ну, итого пятеро. Пятеро. И на том конец. Годится? Тихо, товарищ. Ну и Бушмакин Алексей Кузьмич. Поздравляю. Спасибо. Значит, отныне вы все милиция нашей молодой Советской Республики. Точнее говоря, уголовный розыск города Петрограда. Дело это новое, незнакомое, непривычное. Я понимаю, вы рабочие и теперь полиция. Но вы должны понимать и то, что мы все начинаем сызнова. Весь старый мусор, варьё, бандитизм, насилие мы должны вымести прочь. Этого за нас никто не сделает. Повторяю, буду требовать от себя и от вас самой жесткой
революционной дисциплины и законности. Все, вы свободны. Положение об организации уголовного розыска. В различных пунктах РСФСР для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступления уголовного характера и борьбы с бандитизмом учреждается при всех губернских управлениях советской рабоче-крестьянской милиции отделение уголовного розыска. Заходите. Коля, пошли. О, книг сколько? И книги. Документы тут разные у них. Везде закрыто. Тут закрыто. Что-то никого нет? Сбежали все. О. Че ж беспорядок такой? Ох, книг тут этих всяких. Всю жизнь не перечтешь, не разберешь. И здесь закрыто. О, прям куча все навалена. Товарищ Бушмакин. Что? Здесь открыто. Пошли, ребят. Заходи. Медвежатники. Форточники. Альфонсы. Ну, вот это да. Я таких поганых слов в жизни не слыхал. Никита, а? Может, ты слыхал? Василий утверждает, ты как-никак 3 газеты прочитал. Я так думаю, это у них тут учет варья всякого. Ох, куда ж девались эти все старые служащие? Саботируют, наверное. Нет, ребят, без старых сотрудников нам самим здесь не разобраться. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. 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 Чем обязан? Мы вновь назначены в управление уголовного розыска. Вот мандат. Так, значит, нечто вроде сыскной полиции при РСДРПБ. Сказано ясно, гражданин. Вновь назначены управление уголовного розыска. Так. Ну что ж, господа, не смею мешать. Да, кстати, а что такое малина, вы знаете? Ну так, ягода. Ягода. Позвольте, молодой человек, а ведь мы с вами встречались не так давно. Весьма признателен. Весьма. Мы завсегда. Ну, так как же насчет ягоды малины? Не знаете? Ну, а что такое дактилоскопия? А ну, это уж подавно не знаете. Вот вы нам все это и объясните. Ну, что ж, тогда позвольте представиться. Надворный советник Колычев, Нил Алексеевич. Происхожу из старинного рода Колычевых, которых Малюта Скуратов пытал, а потом по велению Иоанна Грозного казнил. И у вас выходит старизмом не лады. Я, молодой человек, хотел только подчеркнуть свое происхождение. Наш род – старинный боярский род. А зачем вы нам это рассказываете? А затем, милостивый государь, чтобы вы не строили в отношении меня никаких иллюзий. Я дворянин. Не рабочий, не крестьянин, не большевик. Дворянин. И поэтому, если вы хотите, чтобы я остался здесь, вы должны пойти на это с открытыми глазами. А вы хотите остаться? Должен же кто-нибудь вам объяснить, что такое малина? Дактилоскопия,
И, наконец, что такое уголовный розыск? Вообще, насколько я понимаю, вы интересуетесь активно действующим преступным элементом. Так ведь? Ну так вот, молодой человек. Да-да-да, вы. 18-й ящик, пожалуйста. Ну-ну-ну, вот этот самый. Мокрушники. Кто-кто? Сирич-убойцы. Убийца, молодой человек. Мокрушники. Запоминайте. Вы. Ящик 22, по-моему. 4-й снизу. Вот этот самый. Там гоп-стопники. Сирич-грабители. Ну и вам, мой юный друг. Вот тот ящичек. Это малины. Те самые. Сирич. Известные нам сборища преступного мира. И вообще, господа, уголовный розыск нужно поставить на реальную почву. С преступниками будем бороться с помощью самих же преступников. Как же это так? Что-то вы путаете, господин хороший. Помогать нам должны честные люди. Честные, говорите? Ну хорошо, предположим, ограбили лавочку. Мы спросили одного, другого, третьего, а они молчок. Обыватель подлец, дело известное. Кто-то чего-то увидел, придут нам и сообщат. Нет, никогда не придут. Не бывало-с. Это к вам не придут. А к нам придут. Ах, вот как. Ну, знаете, это вот было, будет, где-нибудь, когда-нибудь дилетантизм. Поймите, господа, здесь, в этой картотеке, почти весь известный нам преступный мир. Это ваши знания. Итак, ограбили лавочку. Мы с вами опытные сыщики, и мы знаем, что это могли сделать. Ну, скажем так. Жора Рябчик, Васька Клыч или Алексашка Помпон. Прошу любить и жаловать. Но кто из них конкретно? Кто из трех? Кто? Не знаете? Не знаете. И я не знаю. Зато я знаю другое. Я вызываю городового и приказываю привести ко мне друзей. Заметьте, друзей, означенных преступников. Затем я вызываю еще двух городовых, которые начинают в моем присутствии бить этих друзей, причем бьют довольно долго. Бьют до тех пор, пока кто-нибудь из них сам, учтите, господа, сам, не предложит мне свои услуги для того, чтобы освещать все действия, все шаги обвиняемого или подозреваемого. И с этой минуты вопрос его поимки, ареста, это лишь вопрос времени, не больше. Лихо. Значит, бить. А что ж прикажете, целовать их, что ли? Вы же интеллигентный человек. Ну вот что, нам это не подходит. И вам советую, если хотите здесь работать, о мордобое забудьте. Я что-то не понимаю. Они людей режут, а мы их по головке гладим, так что ли? А мы их перевоспитывать должны. Ах, вот как. Да-да. Кругом заря новой жизни поднимается. Вы думаете, преступники не видят этого? Видят. И вот наша задача – вовремя помочь им встать на путь исправления. Вот так-то. Ясно? Между прочим, господин Керенский выпустил на свободу всех, рвущихся к новой светлой жизни. В том числе и вот таких господ. Их очень трогательно назвали птенцы Керенского. Вы, наверное, слышали? На свободе 3000 опаснейших негодяев, убийц, громил. Нет, господа, преступный мир – это преступный мир. Никто никогда, ни при каких условиях его не изменит. Да-да, думать иначе – наивный вздор. Ну что ж, поживем – увидим. Вот что, Колычев, мы хотим осмотреть все здание. Проводите нас. Видите ли, господа, у меня куча дел. Да и потом, вы ведь теперь здесь хозяева, так что это не столь сложно. Пожалуйста, вот сюда, вниз по лесенке. Первая дверь направо, потом вниз и налево. Да, кстати, там есть наш служащий, он вам поможет и все объяснит. Никита, останься с Колычевым, а остальные ребята за мной. Ладно. Ну-с, молодой человек, надеюсь, читать вы умеете. Ну, хотя бы печатными буквами. Слово «контра». Я любыми прочту. Ну, вот и прекрасно. Прекрасно. Что же вы стоите? Вот картотека. Приступайте.
Так, так, так. Здравствуйте, господин Колычев. Здравствуйте, господа. Чем могу служить? Нам нужны некоторые сведения и небольшая услуга. По всем вопросам обращайтесь к новому начальству. Вот, молодой человек. Спасибо. А мы хотели бы знать, от какой партии новое начальство? От партии большевиков. А вы кто будете? Ваш мандат. Козырь, наш мандат. Ну-ну-ну, спокойно, господин Колычев. У нас мало времени. Нам нужна картотека керенских птенцов. Еще раз повторяю, по всем вопросам обращайтесь к начальству. Оно, вероятно, сейчас очнется, и вы все узнаете. Вы ведь знаете, мы шутить не любим. Не надо с нами шутить, господин Колычев. Господин почтенный, я вас не знаю и знать не желаю. Козырь. А! Все нашел. Саквояж, быстро. Вырывай. На, держи. Быстро. На. Уходи. Там что-то случилось? А ну, Коля, давай. Давай, вот. Сильней, давай еще. Еще раз. Нормально. Еще. Ну, давай. Нил Алексеевич, что с вами, Нил Алексеевич? Ну, вставайте, сядьте. Вот так вот, Нил Алексеевич. Ай, да черт. Нил Алексеевич, ну, сгорим же. Сгорим, Нил Алексеевич. Ай. Никита, жив! Да жив! Коля, открой вам ту дверь. Вася, окно. Что с тобой? Ничего, все в порядке, иди. Тише, господа, следы. Какие следы? О чем вы говорите? Вы упускаете их следы, их почерк. Колчев, что здесь было? Что произошло? Посмотрите быстро, 12-й ящик в угловом шкафу слева. Пусто. Подлецы, помогите мне встать. Как бить умею. Ох. Кто здесь был? Я не знаю. Колычев, так кто здесь все-таки был? Не знаю. Между прочим, с этого и начинается уголовный розыск.
Господа, пожалуйста, поищите мое пенсне где-то там, на полу. Да ничего. Снимите трубку. Управление сыскной полиции слушает. Да. Да-да. Я слушаю. Что? Что? Одну минуту. Благодарю вас. Звонят из посольства на Екатерининском канале. Какие-то вооруженные люди собрались у посольства, митингуют. Видимо, собираются напасть. Посольство просит помощи. А в Смольный они звонили? В Смольный пообращали? Подождите, в Смольный... Звонили в Смольный? Не могут дозвониться. А что вы делали в таких случаях? У нас не было подобных случаев. Алло! Вы... Вы сможете 15 минут продержаться? Сейчас будем. Угу. Так, Никита, остаешься с Колычевым. Остальные ребята за мной. Подождите, я пойду с вами. Пухли от голода! Кормили вшей в окопах! Звенели кандалами и шли на эшафот, чтобы это отродье сладкое ело! Алло, барышня! Барышня, почему молчите? Алло! Алло! Алло, барышня! Братья! Я призываю вас обрушить на них всю силу нашего негодования! Ломайте! Что вы стоите? Ломайте! Давай! Пусти! Ломайте! Граждане! Кто оружие? Кто сдастся добровольно, того не тронем! Кто окажет сопротивление? Трибуналы к стенке! Марка, молчать! Уходите! Миша! Смольный! Барышня, я прошу Смольный! Барышня! Алло! Алло! Они отвлекли бандитов! Барышня, я прошу 3-12-18! Смольный прошу. Смольный? Тш. Это говорит секретарь посольства Крок. Здравствуйте, господин Протасов. У посольства собралась какая-то вооруженная толпа. Нападение. По-видимому, банда. Нас пытаются защитить какие-то люди, но их очень мало. Да, я боюсь, что... Алло, 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 алло! Делаете, они же перестреляют нас, как куропаток. Колычев, я же сказал, уходите. Какого черта? Дайте! Револьвер дайте! Да, черт, не везет мне на левую руку, но ничего.
ничего. Догоните пролетку! Да, вот знакомься, Нил Алексеевич Колчев, здорово помог нам. Сергеев. Привет, Коля. Возьми с собой 10 человек. Да, оружие собери. Волна уголовщины захлестнула Петроград. И нам казалось, что нет более страшной опасности, чем это. Но мы ошибались. Выписка из постановления ЦК РКПБ. Красный Петроград находится под серьезной угрозой. Петроградский фронт становится одним из самых важных фронтов республики. Петроград должен быть защищен во что бы то ни стало. Дома сидеть. Ты с кем мамку оставил? Нету больше мамки. В Москве явишься к Сомову. Он все знает. Возьмешь документы, не задерживайся. Ты ведь понимаешь, ты здесь нужен. Бушмакин на фронте. Ребята ушли. А что, я хуже их, что ли? Думаешь, я не рвусь? Вы другое дело. И ты другое дело. Все же не могут уйти на фронт. Да и в тылу нам не легче, чем на фронте. Очень мало людей осталось. На, возьми. Говорят, на сегодняшний день это самое лучшее оружие. Безотказное. Спасибо. Ну, иди. Передашь привет Сомову. Отшумевшие грозы. Память, память, это матери вечные слезы.
Это горе не мой океан. Это боль не стареющих ран. Это боль не стареющих ран. Это боль через голод, сквозь копоть пожарищ. Шаг за шагом вперед, без привала. Мы прошли с тобой рядом, товарищ. Мы прошли с тобой рядом, товарищ. Было трудно, легко не бывало. Это вера в победу скорую. Память, память. Это клятва в годину скорбную. Это ты, посидевший солдат. Это тяжесть минувших утрат. Это тяжесть минувших утрат. Это тяжесть минувших утрат.